В этом видео на канале Ретро Ремонт будем разбираться с очень частой неисправностью телефона, как пропажа вызовного звука, то есть не играет мелодия, не слышно мелодии вызова и слухового динамика. Причина, вот покажу на примере легендарной ретро телефона Nokia 1100. Ну, в принципе, везде одинаковые, ну, за исключением некоторых. Вот как мы видим, я выбираю громкость, задаю максимальную громкость в телефоне. Обычный, включить, включаю. Ничего нету, никаких сигналов нету, не слышно. Выбираю мелодию. Вот я выбираю мелодию. Мелодия не играет. Перебираю, никаких мелодий не слышно. Громкость, сигнал сообщения, клавиатуру. Тоже ничего не слышно. Допустим, сейчас мы вернем обычно, ничего не слышно. Давайте настройка. Вот вернуться к стандартным установкам. Если вот это сейчас не помогает, ну, защитный код обычно 1, 2, 3, там 4, 5. Бывает по-другому. Вот мы выбрали, вернулись к стандартным установкам. Теперь обратно. Мелодии. Мелодия не играет. То есть сейчас мы все это выключим. Будем разбираться. Ну, причина часто элементарная. Народ начинает паять, выбрасывать динамик, менять. Паять микросхемы, перемычки защитные на динамике. Покажу, конечно, на этом телефоне. Но, в принципе, я говорю, идентичный, во многих одинаковый. То есть между собой, ну, понятно, что дизайн там будет разный, по-разному все это немного сделано, но причина часто очень простая. Вот мы, допустим, здесь динамик этот менять не будем, а часто причина элементарная. Вот в этой колодке, как мы видим, здесь микрофон, наушники и зарядка. Понятно, что в разных телефонах по-другому, но обычно что здесь ломается и почему динамик перестает работать? Или попадает вода или закорачивает, или народ вставляет вот сюда, вот в это гнездо наушники, и они тоже вставили, выняли, ставили обратно, и часто вот эти контакты обламываются, пережимаются, и телефон думает, что стоит динамик, то есть наушник, и ничего не слышно. Я, если после прочистки вот этого контакта ничего не дает, и меня легко это меняется,
У вас может быть по-другому, разные телефоны. То есть первым делом берем иголку, прочищаем вот эти контакты, которые идут на телефоны. Если это ничего не дает, если есть возможность, то просто меняем колодку. Вот я беру другую телефонку, колодку из любого телефона донора, и просто меняю ее, чтобы не мучиться. Поменял эту сторону бракованную. Обычно помогает, думаю, в этом случае тоже поможет. Или чистим иголочкой контакты, там окисляются или обламываются, или как в нашем случае меняем колодку все. Эта колодка до конца не встает, вот этот нашей не стал защитный этот экран. Вот теперь он стал. Так, все сейчас по-быстрому соберем и посмотрим результат. Часто народ очень мучится, все перепаивает, микросхемы меняет, динамики, но элементарная неисправность, и меняется она, устраняется очень быстро. То есть надо просто понимать. Так, почти что все. Поставить карточку. Батарейку. Включаем. Защитный код. Как мы видим, сразу пошли звуки на клавиатуру. И сейчас будет все это у нас дальше пойдет. Да, понятно, что уже будет работать. Но проверим еще мелодию. Как мы видим, мелодия заработала. Другую. Вот теперь понятно, что все у нас будет работать. Элементарная причина, элементарная неисправность. Видим, кнопочки тоже, звуки есть. Вот так все это легко устраняется. А можно было долго мучиться. И в итоге, когда-то тоже, когда не знал, мучился, перепаивал, менял динамики. Так толком ничего не сделал. Потом уже попозже понял причину и устранил. Вот все на этом. До новых видео.